Очень доброе утро. Вот мой красавчик, это моя кочетка. Сейчас я ее буду переставлять в дренажный контейнер. Достаю, ночь солился. Ставлю в дренажный контейнер. Очень удобная штука, чтобы не лепить никаких, как навести-то, чтобы не лепить никаких приспособлений. Очень удобный контейнер. Постоял ночь в рассоле. Сыр. Головки получились такие прям большеватые, тяжелые. Любой сыр я солю ночь. Ставлю на ночь. Пересоленый он от этого не бывает. Кроме брынзы, конечно. Брынзу муж мой солит еще больше. А любой сыр, хоть положено там, допустим, часов 5, 4, 6, я оставляю на ночь. Он созревает, вся эта соль потом уходит. Если он, конечно, сделан правильно, все по технологии, как положено. Все, сейчас немножко он у меня сольется. Стечет, в смысле сыр, немного стечет. И я убираю его на взревание, потому что через 3 недельки он будет очень вкусным. И я буду показывать дальнейшую судьбу моего сыра. Сегодня воскресенье. Так, свою кочету я поставила в холодильник на созревание. Я не знаю, недельки две я дотерплю. Конечно, через 3 недели она будет очень вкусна, через 3. Но мне дотерпеть бы хотя бы недельку. Не знаю, может такое возможно будет. Поставила в холодильник. Мы сейчас едем в Тулу. Сегодня воскресенье, мы едем в церковь. Вон ты, Фидмор, не ласковый. Ты сидишь как... Прихватили с собой стабилизатор. Снимать некогда. Бегом, как всегда, опаздываем. Уселись в машину. Вот будем пробовать снимать на ходу со стабилизатором. Повернулся. Денька вернулся. Все, едем. Училище построили. Вот видите, огромная территория, построили несколько лет назад, прям вот новая, там еще не все достроено. Учился? Все, мы уже в Туле. Подлинней, а нет, на все. Мы уже в Туле, чемодан от этого, от стабилизатора. Думала, не получится поснимать, потому что дождик. Милан, ты ушла. Здравствуйте. Все, мы подошли к нашей церкви. Выключаюсь. Авраам, ребята уходят.
я дома мерзну. Ну, ребяткам, как здорово. Видите, какой слой вон навоза от их домика. Травку. Закрыла. Видишь, как воду слышит, видишь, как Дэнь начинает бегать. Тихо, смотри на него. Рефлекс начинается, когда воду слышит. Беготня это. Ой, гля-гля. Орёл. Вот. Вот так. Засиделись там ребята, да? Так, если их бросать, здесь они... Они летают, скорее, они летучие, конечно, их и не надо бросать, они летучие. Ты собрался бросать его? Сейчас научишь летать, потом... Давай уже, пусть люди посмотрят. Господи, ну пришел ребенок ко мне, смотрю, сзади подходит. Вон что случилось. Что рассказывай? А испуганная такая. Чистила картошку. Сейчас на вечер будем. Опять с шашлыками. С нашими. Чистила картошку. Дай покажу, где кровь. И очень сильно порезала. Это у нее с пальца текло. И испугалась. Это в краске куртка. Бог с ней. Я с ней гуляю с козами. И испугалась сильно, да? Сильно полилась кровь, да? Так, вон он еще, смотри, там перебежчик подкрадывается по кустам. А папа был дома или с ребятами? Его Авраам потом позвал. Авраам мне пластырем зацепил. Когда я его сняла, папа сказал, в крови. Пластырем промокнет, конечно. Пластырем... Мама, привет. Привет. У меня тебе подарочек. Сляди, дай я покажу тебе подарочек. Вот что он маме принес, этот Сляля. Подарочек. Он всегда маме подарочки дарит. Давай. Опять за уши сует. Уши отмерзнут. Ну и папа пришел, да? Угу. Папа пришел и тебе забинтовал. Бинт, небось, не могли найти, как всегда, когда надо, сразу. У-у-у. Нашли? Сразу. Нашли? Ну ладно, не пугайся. Она прям пришла такая испуганная вообще. Не пугайся, все режут. У меня когда я смывала, там кровь текла. Ну, понятно. Ну все же остановилась, видишь, даже через бинт не бросать. А помнишь, ты давно еще мы на набережной жили, ты банкой порезала? Вот где у тебя 2 дня лилась кровь, помнишь? Да, а банку она разбила банку и порезала. И где-то вот тут, я не знаю, может, какой-то сосудик повредил. Во где хлестала кровь. 2 дня. Представляете? Ну, день один точно. Забинтовали ей бинт. А он прям тут же, представляете, на глазах весь такой, ну, опять в крови мокрый. Опять забинтовали, поменяли. И вот так только на второй день стало затихать. Ну, на первый день, естественно, ну, не так вот, что плелось, но очень сильно. Очень. Я уже пугалась, конечно. Сидит. Ну ладно, тебя все режут пальцы. Бывает. Надо было одеться, что ты пришла так. Ну все, видишь, она даже не идет. Кровь у тебя где, даже не проступила нигде. Где порезала? Вот здесь порезала? А, она не ножом, главное, этой овощечисткой, да, ты порезалась? Ну, картошку-то так и не начистила? Только две? Там собака милая бегала. Собака милая? Какая собака? Маленькая. Где? А у нас возле дома? Да.
А эту собаку случайно не Лекса зовут? Нет. Нам хватает собачек милых. Ну, их никто там картошку не чистит? Не знаю. В общем, ты свой пост бросила и ушла, да? К маме. Жаловаться. Милана пытается свой транспорт поймать, успокоить. Пошли, давай. Ну, нет. Опять дождик пошел. Давно не было. Целых часа полтора, наверное. Ребята, давайте, ребята. Няша. Сейчас она пойдет. Давай, Няш. Няша. Няша. Сейчас пойдет. Все бегут. Так, все здесь. Ну все, она не хочет, ей тяжело, слазей. Пошли, а то сейчас все вон разбегаются, куда не надо. Показала, она аж тряслась, сидела. Ой, давай не будем говорить, как некоторые в этом возрасте истерили, когда кровь видели. Зачем? Папа думает, у него что-то в мозгу не сходится, смотри. Все, уже убрали. Три ямки, только третья у вас, да? Да, пятая. Пятая? А песик уже ушел? Грипп уронила. Как понять, укусил нашего? Конечно. Та маленькая? Да. Лекса от нее бегала. Вообще позорище. Его осталось. Скорее всего, она игралась. Ну, игра в санитуре. Давай, какой. Что с грибочком делать-то? Мам, что с грибочком делать? А выброси. Бросай, что с грибочком делать? Вышла посмотреть, что тут, ребят. Лекса, ты опять возле забора охраняешь. Что тут ребята наделали? Видите, что уже наделали? Целый ряд. Целый ряд хотя бы. А, они уже просверлили, поставили, и видите? Свежие прям вот они залили. Вон уже сколько столбиков. А где они? А, они, наверное, за цементом, что? За раствором. Мне кажется, они поехали. В окно я их нашла. А то все хожу, где они? Вон они.